Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет обзор покупочек из магазина Fix Price. Я насобирала огромную сумку интересных товаров и новинок, которые недавно пришли в магазин. И хочу вместе с вами посмотреть на них. Может быть, некоторые придется потестировать. Так что заваривайте себе вкусный чай, наливайте вкусный кофе. И я желаю вам приятного просмотра. И я так ждала этого момента, чтобы вместе с вами потестировать эту маску. Я купила две штуки. Одна называется «Сова», другая «Панда». Фирма называется Etude Organics. И ее нужно использовать, когда вам нужен отдых в офисе, в пути, в самолете, после учебы или перед сном. Это маска без аромата. Температура ее воздействия 40 градусов и время воздействия 20 минут. И если вы почувствовали усталость, то воспользуйтесь этой маской. И вы получите через 20 минут полное расслабление, способность взглянуть на мир по-новому, снять усталость, перезагрузить ум, снизить стресс, разгладить морщины, обновить сознание, и вы будете готовы к новым свершениям. Ну что, давайте ее откроем и посмотрим, что здесь внутри. Там внутри находится вот такая масочка, давайте ее достанем. Она совсем не мокрая, сухая, я думала, что она влажная. Разворачиваем. Вот такие глаза, нос панды. Такая. Как же ею пользоваться? Я только до нее стала дотрагиваться, и она стала теплее, она стала горячей. Как вам это передать? Девочки, а как они так сделали? Нужно разъединить вот эти две части. Эти области приложить на глаза, а вот эти прорези одеть на уши и ложиться отдыхать. Одеваете маску. Прикладываете ее и идете отдыхать на 20 минут. Через 20 минут я вернусь и расскажу вам все свои ощущения. Пока! Девочки, в общем, я вернулась, отдохнула, полежала 20 минут. Маска на самом деле такая щадящая, приятное тепло. Когда открыла глаза, прямо мне показалось, что я стала лучше видеть. В общем, никакого отрицательного воздействия она не вызвала. Тепло держалось где-то минут 10, и потом она стала так потихонечку прохладнее, прохладнее. И сейчас у нее такое минимальное-минимальное тепло. В общем, я довольна этой маской. Я ожидала гораздо худшего. То, что она за ушами даже держится, не рвется. Я как-то побаиваюсь его разрывать полностью. Ну, в общем, здесь внутри вот такой пакетик белый, и там черная какая-то масса насыпана. Может, похоже на уголь, прям такая рассыпчатая. Год или два назад продавались охлаждающие маски для глаз. Теперь появились вот такие теплые, необычная такая новинка. Плохого ничего сказать про нее не могу. Греет, свои функции выполняет. Могу только рекомендовать. И следующая новинка, которую я купила, это Теймурова крем-пудра от запаха и пота. Оригинальная рецептура. Она устраняет запах пота, уменьшает потоотделение, создает пудровый эффект. Можно наносить на стопы, ладони и подмышки. Можно использовать каждый день. Пудра обеспечивает максимальную защиту от запаха в течение дня. Активные ингредиенты в составе подсушивают кожу, оставляют ощущение гладкости и шелковистости. Давайте откроем и посмотрим, как она выглядит. Это вот такой тюбик. Достаточно большой, объемный. Открываем. Все запломбировано. Давайте ее откроем, посмотрим. Паста розового цвета. Выдавим ее, посмотрим немножко. Распределим. А запах, конечно, ментоловый, прям такой яркий. Придется мне помыть руки. Ну, в общем, давайте попробуем ее распределить, чтобы узнать, оставляет ли она белые следы. Или полностью впитывается. Полностью впиталась, но будьте готовы, что запах у нее такой очень свежей мяты, который даже попадает в глаза, чувствуется. Удивительно быстро впиталась, хорошо распределилась, никакой липкости и остатков нет вообще, сухая кожа. Девочки, я уже попользовалась этой пудрой, и мне она понравилась. Она полностью впитывается, приятный запах, лучше, чем просто от какого-то дезодоранта или от какого-то цветочного аромата. В общем, она оставляет небольшой такой мятный аромат и сухую кожу. А что нам еще нужно в такой жаркий летний день? В общем, прекрасная паста, брать нужно немножко, и прекрасно распределяется, высыхает и не оставляет следов на черной одежде. Купила я еще вот такую краску, которую долго расхваливала. Натуральная краска для волос от марки Фитокосметик.
Только я покупала маме, красила ее, и у нее все седые волосы были закрашены. Сейчас покажу вам, как красилась я. Красочка отстоялась, я уже начинаю краситься. Смотрите. Расскажу вам по поводу своего окрашивания. Седые волосы не полностью закрасились. Ну, то есть они вот приобрели какой-то оттенок, но все равно мне кажется, что их видно. Переход вот такой у меня мягкий получился. И кончики тоже немножечко закрасились, такого бежевого цвета стали. Сейчас я полностью досушу волосы и покажу вам, какая у меня будет прическа. Не знаю, этот цвет я не рекомендую. Маму красила темно-каштановым. Это хорошая была краска. А вот этот не закрасил мои седые волосы. Значит, эта краска подходит для натуральных волос. Седые она не закрасила. Куда-то потерялся весь мой набор для окрашивания. Ни кисточки, ни расчески, ни вот этой чашечки не стало. Я купила новый. Стоит он 77 рублей. Кисточка достаточно упругая. Мелкая расческа. Вот эта щеточка широкая, тоже удобная. И вот этот наконечник. Удобно и все одного цвета. Я вам показала все бьюти-покупки. Теперь переходим к покупкам для дома. Необходимая вещь в каждом доме – вешалка для брюк и юбок. Вот такая продается в фикс-прайсе, металлическая. На Алиэкспресс я их смотрела. Они стоят по 500, по 600 рублей штука. Здесь очень приятная цена, стоит она всего 99 рублей, надежная, крепкая, хорошо прокрашенная. Синих я купила 3 штуки, 2 штуки черные и еще 2 штуки купила красные. Одна у меня уже вся заполненная, висит в шкафу. Помещается на такую вешалку 5 пар брюк или юбок, все висит со своей стороны, аккуратно, ничего не мешает и экономит место. И еще покажу вам свои покупочки, которые уже тестировала. Видео вышло недавно, а ссылочку оставлю внизу в описании под видео. Проходите обязательно, посмотрите. Вот так выглядит увлажнитель. Крышечка в виде цветочка. Все разбирается, наливается водичка. Ну, в общем, все его тестирование можете посмотреть. Сделан увлажнитель в Китае. И на то, что он увлажнит полностью всю вашу комнату, не рассчитывайте. Возле себя можно поставить и будете чувствовать легкую прохладу. И следующий увлажнитель воздуха также с подсветкой в виде вот такого яйца. Здесь есть сенсорная кнопочка. Для тех, кто не знает, все USB кабели можно подключить к переходнику. Наверняка у вас есть вот такая розеточка, в которую подходит любой USB кабель. И вот так соединяете и вставляете в розетку. Не обязательно подсоединять его к ноутбуку. Его цена также 199 рублей. Еще одно чудо-увлажнитель, только это уже увлажнитель для лица. Тоже с подсветкой, который прекрасно работает и охладит вашу кожу в жаркий день. Штука классная, стоит тоже 199 рублей. В отличие от предыдущих, здесь видно количество воды и когда она закончится. И еще он работает от батареек, что очень удобно, и вы можете брать его с собой. Под видео, где я тестировала эти увлажнители, писали, что если сюда налить аромамасло или какое-то лекарство, то увлажнитель будет работать хуже. Лучше такого не делать. Используйте его по назначению. Сделан он в Китае, для него необходимо 3 батарейки 3А. Покажу вам звезду этого выпуска. Вот такой фонарик светодиодный в виде воздушного шара за 199 рублей. Здесь 9 LED лампочек. Сделан он из пластика. Световой поток 27 люменов. И срок службы светодиодов 6000 часов. Я выбирала самый качественный вариант. И все равно он немножко поцарапанный. На обратной стороне есть вот такое отверстие специально, чтобы повесить на стену. И отсек для батареек. И кнопка еще включения-выключения. И для него специально купила алкалиновые батарейки. Давайте вставим и посмотрим, как он работает. Уже включился. Вот такой теплый желтый свет. Сейчас у нас наступит вечер, и я покажу его, как он будет выглядеть ночью. Ну и здесь, по-моему, и так достаточно понятно, как он хорошо светит. А внутри вставлена обычная гирлянда. Вот так я приоткрыла, и там все видно. Отличный светильник, переносной, компактный. Можно его взять с собой куда-нибудь. В общем, я думаю, что всем детям он понравится.
И также для кухни приобрела несколько товаров, которые также сняла видео уже и протестировала. Вот такой дуршлаг, который расправляется. В нем можно хорошо мыть овощи. Он удобный, компактный и занимает мало места. Также знаменитая перчатка для мытья и чистки овощей. У меня осталась только правая. Левая куда-то подевалась. Стоит она 199 рублей одна штука. На обратной стороне картинки, указывающие, как ее можно применять. Мыть посуду, раковину, доставать из плиты горячие противни. Также она отлично намыливается. Можно ее просушивать и даже дезинфицировать, кипятить. Выглядит это чудо вот таким образом. Здесь такие силиконовые ворсинки. Очень удобно, мне понравилось. Некоторые говорят, что ею удобно вычесывать животных, вернее, шерсть из них вычесывать. И также удобно снимать шерсть с одежды, с мебели, с каких-то поверхностей. В общем, эта перчатка универсальная, многофункциональная, большая, удобная. Некоторые ею купаются. Если не смотрели еще видео с такой перчаткой, обязательно проходите, посмотрите. Также в видеотестировании участвовала вот эта бутылочка за 199 рублей. Она удобная, мы с ней ходим, все нормально. И доски, которые я еще не использовала, а тестировала только одну, самую маленькую. Эти еще у меня новенькие лежат. И из продуктовых покупок покупала вот такие мини-маршмеллоу с девочки. Мне они не понравились. Я обычно съедаю пачку за 10 минут, а эти у меня лежат уже неделю. И каждый раз, когда захожу в Фикспрайс снимать видео, обязательно покупаю себе овсяное классическое. И выпиваю его прямо в магазине. Вам принесла уже пустую упаковочку показать. Обожаю его. А появилось большое гречневое за 99. Я вообще его никак не смогла пить и выбросила прямо сразу там мусор. И еще из самого необходимого для дома покажу вам вот такие бамбуковые прищепки. Покупаю уже третью пачку. Здесь 24 штуки. Мне очень нравятся, аккуратно сделаны, приятные. И покажу, как они выглядят у меня на веревках. Цена 55 рублей. Последняя покупка на сегодня из Фикспрайса, которую я вам покажу, это вот эти уникальные карты. Купила специально для того, чтобы показать вам. В видеообзоре полочек их уже показывала. И сейчас покажу. Размер у них А4, они просто огромные. Они были в целлофановой пленке, поэтому я их распаковала только после кассы. Вот такие они большие. Ну и все остальные. Валет, дама, король. Вот такие большие карты. Не знаю, может быть, кому-то на вечеринку они пойдут или кому-то на подарок. Еще не решила. В общем, достаточно тяжелые, увесистые. И мне было интересно, как они выглядят. Когда я их открыла после кассы, у них был жуткий запах. Сейчас они уже чуть-чуть выветрились. Девочки, хочу показать свою посылочку от компании Эмви. Мне пришел вот такой деликатный очищающий гель, тоник. Это сыворотка, подтягивающая кожу, и ночной крем. А в Инстаграм у меня проходит розыгрыш на два вот этих средства. Здесь в составе уникальные флавоноиды и пептиды. Осталось всего 2 дня, и условия очень легкие. Проходите, подписывайтесь и участвуйте. И я вам всем желаю удачи. Вот так выглядит сыворотка. Она такого нежно-нежно-бежевого цвета. Покажу, как выглядит крем. Он густой, тоже такого же бежевого цвета. Но он более жирненький. Хорошо питает кожу, увлажняет. И утром кожа выглядит отдохнувшей. И это все покупочки, которые я хотела показать вам на сегодня. Если видео было интересным и полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Я вас жду в комментариях и в следующем видео. Всем пока-пока!